логику законодательства я, наверное, тоже обсуждать не буду. Почему? Потому что, в принципе, все мы знаем, да, вот как оно написано, так мы все это и выполняем, все дружно, да, с каждой там со своей стороны. Вот. Но надеемся, что все-таки какой-то здравый умысел восторжествует, и вот будут внесены изменения в законодательство, то, что вы озвучиваете, да, что как раз будут какие-то расчеты, в принципе, по многим делам мы так и делаем, именно применяем те торги, которые, скажем, вот были в картеле, то есть не берем. Были и не были в картеле, да. Вот, может быть, но то, что вы говорите, НМЦК, то все равно присутствует, то есть мы считаем это НМЦК, да. То есть не то, что вот компания, она, скажем, НЦК было 10 миллионов, она вывела это и получила контракт на 8 миллионов, там все выполнять за 8 миллионов, ну, вот, то мы берем 10. Вы берете, вот. Да, и сумму, и штрафы, и да, все берется, да, от 10, да, миллионов. От, да, от 10 миллионов, да. Ну, странно, ну, брать штраф поэтому, от суммы даже выше, чем фактический контракт. Но опять же, ну так. Поэтому то, что законом предписано, да, пока в настоящий период. Делать другого невозможно. Почему? Потому что мы тоже поднадзорные органы. У нас прокуратура, надзирающий орган, который контролирует все органы исполнительной власти, в том числе и нас. Ну вот, и скажем, если я что-то сделал неправильно, то я потом буду писать объяснение, либо также могу быть привлечен к административной, либо уголовной ответственности за те деяния, которые вот я совершил. Да, конечно. Это мы все понимаем, конечно. Мы рассуждаем, поэтому правильно ли это. Мы все действуем в рамках законодательства. Ну, я свое мнение высказал, что в целом, конечно, я с вами согласен о том, что должно применяться именно норма в том плане, что в чем компания нарушила, не весь доход, то, что она заработала, потому что, может быть, там 150 видов деятельности, какая-то крупная компания, которая занимается всем на свете, а мы смотрим, один, там, скажем, дороги строят только, мы по этой статье идем по рынок дорог, ну, вот, а на выходе берем всю выручку, там, может, там 100 миллиардов. Ну, да, назначаем штрафы.